Всем привет! Сегодня покажу, как сделать яблочную начинку, которая подойдет для любых пирожков. Яблоки получаются мягкими, нежными, сочными, очень ароматными и вкусными. Пироги с такой начинкой съедаются в первую очередь. Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео. Для начала очищаем яблоки от кожицы и семян. Можно сразу почистить яблоко, а затем удалить семенную коробочку. А можно наоборот, сначала вырезать все семена, а потом снять кожуру. Тут как вам будет удобнее. Дальше нарезаем яблоки средними кубиками. Не очень большими, но и не мелкими, чтобы они впоследствии не превратились в кашу. Затем ставим на огонь сухую сковороду, высыпаем туда сахар, добавляем лимонный сок, корицу, ванильный сахар, перемешиваем, прогреваем, пока содержимое сковороды не начнет плавиться, после чего закладываем подготовленные яблоки. Тушим их на сильном огне. Время от времени перемешиваем, чтобы яблоки нагревались равномерно со всех сторон. Как только кусочки яблок станут мягкими, но еще будут держать форму, огонь выключаем. Если до этого времени весь сок не испарился, яблоки нужно откинуть на сито. Если же жидкости в сковороде практически не осталось, просто даем начинке остыть. И дальше уже можно лепить пирожки. Рецепт удачного дрожжевого теста смотрите в подсказках. Ссылка также есть в описании под видео. Вот и все. Ароматная и вкусная яблочная начинка готова. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, оставляйте комментарии и подписывайтесь на наш канал. Чтобы не пропустить следующий рецепт, нажмите колокольчик. До новых встреч!